Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами отправляемся опять-таки за продуктами очередными в No Frills. Продукты это будут у нас в основном овощные к Thanksgiving. В этом году первый год мы не отмечаем с друзьями, обычно я кого-то приглашаю в гости. А в этом году мы будем дома своей семьей очень так в тесном кругу отмечать. Поэтому все, что я набираю пока что, это все-таки фрукты, овощи. То, из чего буду делать салат, ну и какие-то фрукты просто, чтобы были в доме. Вот, кстати, эти груши, которые я показываю, очень вкусные оказались, сладенькие. Взяла их, их уже нет в нашем доме. Так что, в общем-то, пока что ничего особенного. Набираю все продукты на салат, на овощную такую тарелочку. Вы можете видеть цены. Я всегда стараюсь показывать цены, потому что я знаю, что это очень многим интересно и актуально, особенно для тех, кто живет в других провинциях или собирается приехать в Канаду. Огурчики, помидорчики, кстати, я не брала. А вот тыквочки интересно. Обычно я не беру, но вот в данном случае я возьму вот этот сквош желтенький. Он у меня, кстати, есть на канале, я из него делаю, как из него правильно готовить непосредственно вот эти сквош-спагетти. Я вам поставлю ссылочку, так что обращайте внимание на правый угол. Нажимайте, смотрите рецепт. Очень вкусненько и оригинально. Главное, полезно. А вот такие печенюшки я деткам взяла, пока что спрятала, дам, когда будет Хэллоуин, там им такие печеньки раздам. Утром с молочком, в школу и после школы. Абрикоски сушеные, очень люблю. Вот я беру, кстати, орешки взяла, но я их на кассе выложу, потому что здесь, ну, немного, там грамм 300, наверное, за 10 долларов. На кассе я их выложила. Значит, решила взять немножко морепродуктов замороженных. И вот именно решила взять за 5 долларов, давно не брала, такой набор для клэм чаудер. Сделаю Кости, он очень любит у меня такие вот из морских разных морепродуктов, супчик. Состав неплохой, ничего такого нет, просто замороженные морские морепродукты. Вот. Ну и отдельно еще беру креветульки, шримпсики. Я всегда подбираю, чтобы в морозилочке валялись. У меня вся семья любит. Я так небольшой любитель, но люблю. А вот в этом году, к сожалению, турки как-то я решила не брать. Не было времени готовить, да и гостей не было. Я решила впервые взять вот такую вот замороженную готовую грудку индюшиную. Она уже нашпигована там чем-то. Вот как она выглядела, когда я ее разморозила в день самого Thanksgiving'а. В духовочку отправляется она на 2,5-3 часа по рецепту, так было написано. И, в общем-то, вот результат. Видите, она внутри такой с начиночкой. Кренбери даже кусочек видно. Очень плохо, неплохо. То есть, извините, неплохо. Достаточно сочно, вкусно. И мы делали это с клюквенным соусом. А вот, кстати, я в Костко искала в этот раз вот эти перекусы. Габи любит в школу. Их не было. Так я вот здесь взяла по доллару за упаковочку. Она любит, чтобы вот эти палочки были в школе макать. Майонезик лишним не бывает. Всегда как-то думаю, чтобы он у меня был. А вот сейчас внимание, это я не брала, это я вам показываю, ребятки, вы меня спрашивали, есть ли нормальная сметана с нормальным составом. Вот вам состав, неплохой, Western компания, это 5,5% сметана, на самом деле есть она и 14%, нужно просто смотреть конкретно, в No Frills у нас здесь сейчас не было. Ну, в общем, неплохая, 3,67 за баночку, и вот и этой же компании Cream Cheese. Вот так как у меня, в принципе, в доме перестали его есть, но Габи иногда любит. Вот я для нее иногда такое беру. Но не в этот раз. Это я вам просто хотела показать. Именно компания Western. Неплохой состав. В общем-то, нету никаких загустителей. Так что вот кому интересно, берите. А вот это просто творожок, значит, сырные палочки, творожные палочки в шоколаде. Беру иногда деткам. И взяла вот конфетки, это на самом деле уже на Хэллоуин я им раздам. И на Крисмас я покупаю, на Новый год я им бросаю эти конфеты. Всегда беру на Хэллоуин на распродаже. Вот они там, в принципе, вместо почти 10 долларов. Плюс была скидка от компании непосредственно, и я взяла. Вот, так что это были наши закупочки на сегодня. Улов.
81-87, даже subtotal 82-52. А вот это был No Frills.